Большущий привет, мои дорогие друзья, и в данном видеоролике мы будем развиваться от 500к до Full 6. Самим собой, вам все две части понравились, а это уже третья часть, где мы будем развиваться от 500к. Напомню, ссылочка на мой телеграм-канал, где вы можете приобрести сопровождение, шмотки, UC, что вы только пожелаете. В описании, парни, не забываем. Ну а это уже очередная рубрика развития от 500к до Full 6. Что мы имеем? Мы имеем 500 тысяч петровалют, погнали закупаться. В принципе, у меня только 500к, да, на балансе. Покупаем сразу же МКшечку по скидке целого качества. Все, мы купили. Так, обновляем. И броня сразу на базу. Давайте купим броню. Все, броня в копилочку. Идеально. Мы имеем вот такой вот сетап. Четвертая броня, МКшка целая на высших обвесах. Поэтому мы с этим сетапом, ну, сейчас пойдем уже на третью карту. Посмотрим, что у нас из этого выйдет. Ну, а ты обязательно прожми свой лайк и подпишись на мой канал, если тебе понадобится. Блять, в принципе, я бы сказал, нормальный спавн. И вот взял я примерно вот такие вот обвесы. Оформляем сразу на школу, забираем босса. Ну, мы заспавнились, получается, самый первый тут. Поэтому у нас есть шанс забрать первым босса. Ля, из больших минусов у меня еще справа люди, которые меня зажимают. Так, надо забрать какого-нибудь бота, чтобы забрать каску. Он идет на меня или не идет? Идет или не идет? Я вообще не могу понять. Ля, вот боты мне нормально будут рот сносить. А, увидел. Серьезно. Стоп. Мне кажется, ли кто-то снизу бегает. А, на втором. Вот он, братик. Добьешь мать жирную, добьешь мать шалаву. Как он добей? Не, конечно, все понимаю. Но про мать это было лишнее. Close fight с ботами. А куда, кстати, подевались те типы, которые у меня были спереди? Они так еще и не подошли. Они там до сих пор сидят. Да серьезно. Я понял. Окей. Ну ладно. Из всего, что мы добыли, это шестой шлем из орущего школьника, который оскорблял мать. В целом, я бы сказал, спасибо ему за шестой шлем. А мы приступаем к следующей катке. У нас уже в целом, ну, нормально хватает стоимость выкладки на пятую карту. Поэтому давайте полетели, что получится. Так, а что у нас по типам? Один там стоит. В целом, я бы сказал, это не прям самый классный спавн. А все уже килится поздно. Чё-то я немного притупил. Не забустался, но, ребята, походу... Да, они направо не идут. Да, направо они не идут. Но они из-за камня вроде... Вижу дыбы. Смоки вижу. Но они перебегать налево не собираются. Что они там делают? Поздно прожал. Ля, я один забежал за дерево. У меня есть план Б съебаться отсюда. Как можно быстрее. И типы, которые заспавнились на треугольнике, чё-то их вообще тоже не видно, не слышно. Я не понимаю, куда они пропали. Я понял.
А вот там он на горе сидит. Слушай, ну одного я вижу. Он прям там возле канатки. Да-да-да-да-да, вон он второй. Зажимать пока рано. Хотя, похуй. Блядь, закрутился. Бля, вот такой... Ниху! Знаете, по их агрессивности я уже хочу отсюда смотаться. Я не хочу с ними конфликтовать. Так, ну можно куда-то спрятаться, либо обойти. Бля, и обязательно меня будут палить боты. Со, вроде бы я смотался. А, ну как я понял, эти два склада столкнулись, они сейчас файтятся. Можно попробовать как-нибудь к ним подойти. Нормально там. А вот вижу. Стрелять, не стрелять. Давай, давай, давай. Есть! Сюда! На базу просто. Ля, слушай. Они на 9-6. Бля. А где красный? Подожди, откуда? Ля, за деревом? Ля, пожалуйста, только не граник. Спасибо! Да, он за деревом. Так, разрывы. Так, идут калим. Так, у меня раскид есть. Надо ему прокинуть. Сюда. Ну это была четверка. Что? В принципе, я слил, получается, шестую каску, но при этом я засейвил МК-шку вышку. Да, и мне придется идти с двумя МК-шками. Потому что у меня стоимость только хватает с двумя МК. Ну, полетели в следующую катку. Ну, спам мы забагали вообще идеально. Из больших минусов, что у меня радейки-то вообще нету. Поэтому в радик идти не вариант. Но у меня еще слева типы будут. Которые у нас спавнятся на маячке. Не-не-не, вроде они не идут. Ну да, у нас здесь пусто, вообще никого нету. Давайте тогда побежим, получается, прямо наверх. Чё-то голимая тишина, куда все делись, я не понимаю. Не, вроде никого. А! Ты чё за IPO, блядь? А, там... Всё, того добил. Там его ещё тиммейт. Всё, идёт пушить. Забрал! Нормально, нормально. Только брони нету. Ля, я изначально бы его нормально закрыл, но он двигался не так, как я хотел. Ля, брони-то нет, брони нет. А, да, еще типы. Ну да, как я и догадывался. Ля, они уже подходят. Надо отходить назад. Позиция вообще не та. Да-да-да. Не, брат. Давай, 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 давай. Пока, пока, пока. Сейчас они побегут чекать гору. Просто смотрите. Мне кажется, или они про меня забыли. Ау. Все, радичку мы полностью залутали. Оформляем уже на выход. Радостные бежим домой. И посмотрим, сколько мы выносим с этой катки. Но на телеге я не хочу немного. Поэтому давайте лучше пешочком. Так будет немного безопаснее. Какой? Типы? 11-й тайминг, вы угораете? Ну, он, наверное, убивает босса. Только сейчас заметил.
он меня услышал и сразу просто кинулся бежать. Но мне его просто немного жаль. Просто тип брал, убивал босса, но я его забрал. И выносим мы, получается, с этой катки. Сколько, ну, 3 миллиона метровалют. На этом наша рубрика заканчивается. Кто-то смотрел видеоролик до самого конца, обязательно напиши комментарий, кинь свой денежник. Может, ты выиграешь ЮСИшки. Ну, а всем желаю всего самого наилучшего. Ссылка на мой телеграм-канал в описании. Всех обнял. До скорых встреч.